В первую очередь хотелось бы поздравить команду Саратова. Молодцы. С победой хорошую игру показали. Очень четко был, наверное, разбор дан, потому что столкнулись со многими моментами, которые не смогли перестроиться в этих элементах и добавить. Эмоции супер. Зал супер, мы еще отойти не можем, как болельщики просто тянули нас. Мы, девочки, молодцы, выполнили установку тренерского штаба. Супер, игра супер. Казань, ну, с Казанью мы и настраивались, что будет тяжелый матч. Он так и получился, как бы легкие игры против топ-клубов не бывает. Хочу в первую очередь выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые сегодня просто были на высоте. Чувствовалась их поддержка. Адреналин просто зашкаливал в наших телах и сердцах. И это круто. Круто, когда наш вид спорта так популярен в этом городе. И спасибо большое всем за вклад в эту победу. Проиграли, ну, блок, опять же, 28, тут я не знаю, как это можно с таким показателем выигрывать. Опять же, это показатель агрессивной подачи протона, а мы где-то не справлялись с приемом, и поэтому атаковали с краев не так эффективно. Поэтому такой результат. Будем работать, разбирать эту игру.